Расчеты — довольно скучная часть математики. Но они позволяют делать невероятное. Например, поехать в Лас-Вегас и выигрывать там в карты. Привет, я Стэн. Чем занимаешься, Стэн? Я математик. На западе страны есть место, где сейчас собирают всех лучших математиков. Ну что, может быть, вечером в карты обсудим состояние вселенной? Ты будешь помогать или нет? И что они будут делать с этой бомбой? Главное, чтобы она появилась у нас раньше, чем у Гитлера. Я не хочу быть тем единственным, кто решает судьбу человечества. Надо закончить бомбу, пока это не сделали нацисты. С гордостью сообщаем вам, что сегодня Соединенные Штаты успешно сбросили вторую атомную бомбу на город Нагасаки. Мы спасли жизнь тысячам американских и японских солдат, несмотря на то... Это же настоящее варварство, сжигать женщин и детей живьем в этом адском пламени! Мы что, хотим провести остаток жизни с дулом у виска? Убирайся! Тебя никогда нет. Я нашел решение, как сделать бомбу. Но я не уверен, что стоит им его говорить. Нам нужна нормальная жизнь. Новостям. Недавняя активность, наблюдаемая на подводном плато Индийского океана, привела к ряду стихийных бедствий различного масштаба во многих странах мира. Сейчас обрушится! Папа! Можем отстроить наши дома! Мы должны выжить! Наша главная задача — спасти людей! Все за нами! Удвоить силу взрыва! Давай! Что здесь происходит? Вы приехали для того, чтобы здесь учиться, верно? Верно. Я хочу выучиться на медсестру. Большое спасибо, что предоставили мне комнату. Знаете, Джули, это очень милый городок. Правда, много студентов, а значит, много соблазнов для молоденьких девушек. Не беспокойтесь, я редко выхожу из дома. Да и мы тоже. У вас есть возлюбленный? У меня никого нет. После вашего приезда он заметно приободрился. Кто? Виктор. Его повеселило, что вы вдруг решили примерить фуражку. Я живу у одной пожилой дамы, но вряд ли у нее задержусь. Почему? У Элизабет есть странности. Любовь. Это ли не изумительнее всего, что есть на свете? Вы заслуживаете красивого романа. Это вы, новенькая? Ну да. Не самая лучшая идея кого-то пускать сюда. Вам следует поискать другое место. Убирайся отсюда! Наваждение, Джули. Вы говорили, что я заслуживаю красивого романа. Привет. Как тебя зовут? Что здесь случилось? Амбрелла уже много лет проводит эксперименты над городом. Людям все хуже. Мы должны их остановить. Покажи руки!
Он что, его... Мир должен узнать об этом. Прячьтесь. Бежим! Убирайтесь из этого города. Обитель зла. Raccoon City. Только в кинотеатрах. Где тут силушка богатырская нужна? Чудище, неведомое объявилось. Это что еще за летающая башка, а? Колобок. Колобок. Колобок? Подай еще разок, по булочкам! Понял, батон, как связываться с богатырями. Доброе утро. Я тебе блинов принесла. Я чудище убил! Чудище, это ты! Что за привычка у вас такая? Богатырская, не разобравшись, всюду копьем тыкать. Третий генератор за неделю! Дисней представляет. Древнее зло пробудилось. Галя? Ты ее знаешь? Полы у меня было. Я очень сильный и тупой человек. Нет, Финист, ты очень классный. Несмотря на то, что ты такой тупой, у тебя есть силушка богатырская, не то что у этого Ваньки, у него только интеллект и чувство юмора. Придет сила. Дай только время. Призрак. Два брата, один с ключами от королевства, а другой... Это сложно. Мой брат. Вы его не видели? Бывает, что люди пропадают. Участник Каннского кинофестиваля. Привет, детка. Ты опять взялся за старое? Подумай о дочери. Папа, смотри! Эй, Джен, не бойся, это мои друзья. Я люблю тебя, крошка. Ради тебя я готов на все. Пап, кем ты работаешь? Я работаю ради вас. Твой отец лжец. Мама говорит, что ты мошенник и грабитель. Я хочу поступить на журналистику. Какая специализация? Финансовые расследования. Почему вы солгали в анкете? Ты не думаешь обо мне! На меня все накинулись, как бешеные псы, но ты же моя дочь! Джон Кубель реализовал фальшивый день. На сумму 22 миллиона долларов. Это крупнейшая афера в истории США. Пока я жив, я буду бороться и порву весь мир за тебя. Фальшивомонетчик. В кино с 18 ноября. Значит, вы верите в дьявола? А вы нет?
В этом городе что-то произошло. За несколько дней его покинули почти все жители. Это не дом, а склеп. Да уж. Моя бабушка часто приезжала сюда, до того, как умерла. Июнь 1997 года. Демон, убирайся из этого неба! У меня это... Они везде найдут тебя. Это был обряд экзорцизма на видео? Да, но мы проиграли. В ней был кто-то очень сильный. Он призвал всех демонов, чтобы вселить их в новые тела. Он питается душами. Зло совершает свой обряд. С 25 ноября. Крушение в Альпах. АТР 800, Дубай, Париж. 300 пассажиров. Ты получила данные по траектории? Да, самолет потерял высоту очень быстро. Группа экспертов уже прибыла на место крушения и приступила к поискам черных ящиков. Маттиа, мне нужна точная последовательность событий. Все данные сохранены. Убери шум двигателя. Слушайте очень внимательно. Меня мучают сомнения. Это не тот черный ящик. Его подменили. Вы в этом уверены? И это расследование поручили ему? Он слышит то, чего нет. Я читал, у АТР проблемы с управлением. Это был теракт. Ты первый это услышал. Я слышал невнятный набор звуков. Ты себя накручиваешь. Я знаю, как произошло крушение. Это уже перебор. Ты стараешься ради себя и готов пойти по головам, лишь бы доказать этот бред. Черный ящик. Это он. Максим Эдуардович, мы вас уже заждались. Здравствуйте, Максим. Я уже 3 месяца пытаюсь организовать эту встречу. Не выиграем тендер, все. Мы в жопе, ясно? Ты очень грязно играешь. Если он будет продолжать себя так вести, звони мне. Мы найдем тебе нормального мужика. Делай так, чтобы я не выглядел идиотом, хорошо? А ты с этим справляешься и без меня, прекрасно. А ты вообще знаешь, кто к тебе приехал? Это очень хороший вопрос. Ты понимаешь, кто нафиг лезет на нервах? Вы, Брызгалов Андрей Николаевич? Ну, я не знаю, он здесь больше не живет. You take it, Андрей Николаевич. Что здесь происходит, Брызгалов? Или все, или ничего. Ей просто нужен мужчина, который выбьет из него всю дурь. Этот ублюдок не получит, что он хочет. Что, нам конец? Кого вы видите будущим президентом? Да, я бы выбрал какого-нибудь Конора Макгрегора. Ну, не бабу хорошую.